Во время Ливано-Израильской войны ряд исследователей провели эксперимент, в ходе которого группу людей обучали способности ощущать мир внутри себя. Специально назначенное время этих людей забрасывали в истерзанные войной регионы Ближнего Востока. И когда они посреди всего этого кошмара преисполнялись чувством мира, террористические действия прекращались. Преступления против мирных жителей шли на спад. Количество пострадавших, доставляемых в госпитали, и число дорожных происшествий уменьшалось. Когда же эти люди переставали сосредотачиваться на переживании мира, все возвращалось на круги своя. Такие исследования подтвердили ранее сделанные открытия. Когда даже небольшой процент населения обретал внутреннее состояние мира и покоя, это состояние отражается в окружающем мире. Исследователи смогли высчитать количество людей с чувством мира в душе, которое требуется для того, чтобы это состояние отразилось на окружающем мире. Например, для города с миллионным населением требовалось бы примерно 100 человек.